Thank you so much. Спасибо. It's very good to be here. And uh, I've enjoyed uh, the service so far. And we're going to trust the Holy Spirit to move today, right? Тому, and uh, I'm going to speak for a little while. And afterwards uh, I'll pray for people. Uh, Я могу оставаться здесь настолько, насколько вы хотите, чтобы я здесь стоял. У меня сегодня других планов никаких нет. Моя жена не со мной. Поэтому сегодня я свободный человек. Поэтому я могу оставаться и молиться сколько угодно. И Господь будет служить вам. also I want to thank Pastor Leon for inviting me here and uh, I love this man and he has been at my home a couple times and I hope he visits me this year and uh, we hope to build a new house в этом and maybe he'll be our first uh, foreign visitor. That would be great. И возможно будет нашим первым иностранным гостем. Это было бы здорово. And we've enjoyed him when he's been with us. we очень были рады, когда он был с нами. And uh, we have some visitors here from Norway and Poland. Where are they? У нас есть некоторые гости здесь из Норвегии и из Польши. Поприветствуйте их, пожалуйста. Wow. Very nice. I was talking to him earlier, and Я говорил с этими людьми, да, немножко ранее. Это прекрасные люди, которые любят Израиль, любят Господа. Если у вас есть ваши Библии, откройте, пожалуйста, книгу Руфь. Это прекрасная история, многие из вас, которые знают ее. We're going to read a little bit from the first chapter, the book of Ruth. Мы немножечко будем читать из первой главы книги Руф. Let's pray. Давайте помолимся. Lord. Господь. Thank you. Благодарю Тебя, что Твое Слово уже помазанное. Оно уже помазанное. Оно уже полно силы. И Твое Слово даст результаты. Оно изменит жизни. И оно будет творить чудеса. И мы благодарим Тебя за Слово Божье. И мы молимся, чтобы эта проповедь также была помазанной во имя Ишуа. Когда я проповедую, вы можете подтверждать и говорить «Амин». Если я скажу что-то, и вам это понравилось, вы можете сказать «Амин».

Господь как бы мне сказал, закончи свою прошлую проповедь. Дай людям Божий ответ на их проблемы. С его помощью мы сегодня завершим это. И вот как называется моя проповедь.

Uh, являетесь ли вы верующим в центре, в жизни которого центром является боль, Or are you a или вы uh, верующий в центре, в, в, в жизни um, которой центром является обетование? И обетованием я имею в виду обетование из Божьего слова. Мы посмотрим книгу Руфи. Но мы сегодня будем говорить про Наоми. Прочитаем первые пять стихов. С первого до пятого. Некогда во времена Судей э, в стране случился голод, и один человек из Вифлеема, что в Иудеи, переселился в страну Муав вместе с женой и двумя сыновьями. Этого человека звали Элемелех, его жену Наоми, а двух сыновей Махлон и Келеон. Они были родом из Ифрата, из Вифлеема, что в Иудее. Придя в страну Муав, они поселились там. Или Мелих муж Наоми умер, и она осталась одна с двумя сыновьями. Они взяли себе в жены мавитянок. Одну звали Офра, другую Руф. Прожив там около десяти лет, Махлон и Килион тоже умерли. Наоми пережила обоих своих сыновей и мужа. Вау. 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 In English, вау. Wow. Вау. Wow. Hebrew. Wow. The same. Russian. Вау. Wow. Same. Вау. Wow. International. Вау. Wow. Вы думаете, у вас проблемы. Вы думаете, у вас проблемы в жизни. У всех есть. Но подумайте про эту женщину Наоми. Даже в первые пять стихов этой книги. Она живет в Вифлееме. И там голод. Голод значит нет еды. Это значит, что вообще нечего есть. Некоторым из нас нравится есть. Мы как бы получаем от этого удовольствие. Кто помнит, когда два года назад я говорил? Поднимите руку. Кто помнит два года назад меня? Никто не помнит, что я говорил.

Моя мать уже находится на небесах. Она прожила до 87 лет. Today У него где-то у моего отца 28 членов семьи, 25, 85 членов семьи. 85, 85 членов семьи. Children, дети. Внуки. И правнуки.

Я достаточно молодой мужчина для того, чтобы иметь правнука. Слишком молодой. Но такова жизнь. family. И вот у нас большая семья. Мы постоянно собираемся вместе. На празднике семья собирается вместе, нам весело. У нас очень много еды мы готовим. We have too much food, готовим, but we still have fun. Now, my wife and I, we've been married for 40 years. June 14th was our 40th wedding anniversary. Uh, 40 married 40 years. 40 See, that's proof. Это доказательство того, что чудеса имеют место сегодня. Это доказательство. Мы друг друга за 40 лет не застрелили и даже не пытались. Бог работает в нашей жизни. Но мы знаем, что жизнь нелегка. В каждой жизни есть свои трудности.

Well, she gets there. Her husband dies. And then her two sons die. All of this in just five verses in the Bible. Naomi suffered a lot. So, what happens to her mind over a period of years?

Потому что мое любимое, мое любимое время провождения утром – это искать Господа и молиться. Я надеюсь, что для вас это тоже самое любимое провождение времени утром. мое второе самое любимое время – когда я смотрю в это зеркало и вижу симпатичного мужчину там. Я счастливый человек. Аминь. Amen. Amen. Okay. Anyway, I'm going to get you laughing before the end of the day. Okay. Now, Naomi wakes up in the morning. She looks in the mirror. Naomi is in the mirror. She has pain. She has pain.

Я вижу, почему Наоми стала себя отождествлять с болью. У нас у всех в жизни есть нехорошие переживания, когда мы можем себя отождествлять с болью. И что сделала эта боль с Наоми? Она

See, that's in chapter one. Это в первой главе написано. В 21 стихе. Когда она вернулась в Вифлеем, она сказала всем своим друзьям, I left full, я ушла с полной, но я вернулась пустой. Это неправда. That's a wrong statement. Это неправильное утверждение. Она оставила Вифлеем для того, чтобы избежать голода. Там не было еды. Вся ее семья умерла бы без еды, и она бы сама тоже умерла.

И Библия говорит, что Бог. Если Бог за вас, то кто может быть против вас? Но вы знаете, жизнь Наоми была настолько полна боли, что она разрушила ее взгляд на истину. И она стала обвинять Бога. Вот третья вещь. И она стала сомневаться.

она больше вверх не смотрела она смотрела вниз и все, что она видела вокруг, это была боль и еще больше боли и она подумала, что Бог является причиной она думала, что Бог против нее и она начала сомневаться она сомневалась в Божьей благости и она сомневалась в и она сомневалась в Божьей силе. Она забыла, что Бог все еще ее любил. Она забыла Его любовь. Его благость. And Его силу. Разве это не является планом дьявола? Когда мы проходим через сложные времена.

Значит, приятное. И когда она вернулась в Вифлеем, ее друзья были рады ее видеть. И они сказали, Наоми, как мы рады тебя видеть. Мы рады, что ты вернулась, Наоми. Она сказала, нет, больше не зовите меня Наоми. Называйте меня Мара

Наоми. Посмотри вверх. Посмотри вверх. Но Наоми продолжала жить своей жизнью. День за днем. И Рут пошла на поля. And one day they're talking, Ruth and Naomi. И однажды они говорили Рут и Наоми. Maybe at dinner time. Возможно за ужином. Ruth. How's your day? Как у тебя прошел день? Fine. Нормально. Наоми, как твой день прошел? Bad. Плохо. As usual. Как обычно. Вчера было плохо. Сегодня плохо. Tomorrow is bad. И завтра будет плохо. Кстати, знаешь каких-нибудь таких верующих? Я, конечно, уверен, что в этом зале таких нет верующих. Здесь, в Израиле, таких нет. А в Америке есть такие верующие. Они всегда грустные. They don't smile. Никогда не улыбаются. Они живут в жалости. Я таким не хочу быть. Я буду с вами честным. Я даже не хочу находиться в окружении таких людей. Я просто с вами честно делюсь. И вот они разговаривают за ужином. Наоми говорит, у меня очередной был плохой день сегодня. А Руф говорит, ну смотри, я домой еду некоторую принесла. И упоминает, что она работает на поле. И Наоми говорит, да, на каком поле? Он говорит, человек, которому принадлежит поле, его зовут Воос. Помните, у Наоми был плохой день, у нее плохая неделя была. И у нее был плохой месяц. Кто-нибудь слышит? Не поднимайте руки. И у Наоми были плохие годы. Плохие недели, месяцы, годы. И потом внезапно... В один момент, с одним словом, ее жизнь меняется. Потому что Рут говорит одно слово. Я работаю на поле, которому принадлежит Воаз. Одно слово

это uh, может быть хорошей возможностью, потому что Босс вернет землю, которую владела ее семья. И появилась новая возможность для Наоми. Возможно, у меня есть будущее. Может быть, жизнь опять может стать получше.

Number two, very quickly, быстро, and you'll understand this поймете, we all have to go through pain, yes. But sometimes, personal decisions can make our pain worse. Amen. If you make a bad, you know, you get on drugs. Возможно, вы можете э, боль э, пытаться залечить наркотиками, и боль будет еще сильнее. Вы изменяете своему мужу или жене, и тогда ваша жизнь станет еще хуже. We all have to go through pain, нам нужно всем проходить через боль, but can make it or worse. но uh, это в наших силах uh, сделать, наше решение, уменьшить боль или увеличить ее. And here's the third point. И вот третий момент. And this is what I'm about today. И об этом я сегодня проповедую. Нам всем приходится проходить через боль, но нам мы не обязаны жить в этой этой боли. Аминь. Мы все, нам приходится проходить через боль, но Бог не хочет, чтобы ты постоянно оставался в этой боли. Аминь. Он не хочет, чтобы мы жили той жизнью, которая была у Наоми. Все плохо. Люди плохие вокруг. Бог больше не отвечает на мои молитвы. Я уже больше не Наоми сладкая, я Мара горькая. Боль, боль, боль. Бог не хочет, чтобы вы так жили. Он знает человеческие условия. Он стал человеком, как мы. Но он пришел для того, чтобы освободить нас от нашей боли. Он пришел, чтобы освободить нас. Мы проходим через боль, Но мы не должны оставаться в этой боли. Вы можете на это сказать аминь. Для меня это благая весть. Это действительно очень хорошая новость для меня. Потому что не нужно больше справляться в этой жизни. И так у вас есть достаточно, с чем справляться. God did something special for Naomi. God moved in her life in a very wonderful way. She probably wasn't even expecting it. She, saw, she thought the rest of her life was going to be like her previous life. Now, И вот что для нас настолько радостно. У нас всегда перед нами есть Божье Слово. Всегда оно рядом. И в Божьем Слове есть много обетований. Неважно, через что ты проходишь, есть обетования, которые позаботятся о данной ситуации. Those promises are God's word to you. Это обетование, это Божье слово для вас. That I know what you're going through. Я знаю через что вы проходите. I understand your situation. Я понимаю твою ситуацию. And I love you. Я люблю тебя. And my promise tells you that I'm going to get you through this. Покажет что я проведу тебя и через это тоже. Amen. Amen.

Не нужно бы жить в постоянной боли по этому Почему? Потому что мы не более центрированы. Мы сконцентрированы на обетовании. Our thinking is focused not on the pain but on the promises of the word of God. Наша мысление сфокусирована не на боли, а на обетованиях Божьего слова. Amen. Amen. Because the promises of God are full of the power of God. Потому что обетования Бога полны силы Бога. And the power of God will get you over that problem. И сила Божья проведёт вас через эту проблему. Amen. Amen. And we saw Naomi's life change so wonderfully because God did something for her, she wasn't expecting it. Но когда вы становитесь центром вашей жизни, становится обетование. Вы не будете депрессивным верующим. Почему? Потому что вы ожидаете, что Бог проведет вас. Вы идете с этим позитивным ожиданием. Библия это называет верой. And you know that God will honor His Word every time you believe it. Every time you speak the Word in faith, Каждый раз, когда вы будете провозглашать это слово в вере, Бог ответит на это слово. Он uh, ясно покажет и докажет себя. Он сказал, я никогда не оставлю тебя. Я никогда не забуду, не оставлю. Я всегда с тобой. Я всегда с тобой. Даже до конца времени. Наоми это забыла. Нам не нужно. We don't ever have to forget that. Because we have His Word. No longer. We'll never doubt His love again. We'll never doubt His goodness again. We'll never doubt His power again. Any moment. Any day. Like Naomi. We can have our breakthrough. It could come today. если это будет сегодня, the, the оно может произойти right во время проповедования сейчас, в любой момент. Вы можете прорваться в любой момент. Или, возможно, через неделю. Или через месяц. Но у вас есть Божье Слово, которое, которое uh, живо и действенно. Оно приходит. Оно приходит. Nothing can stop God's promises from being fulfilled in your life. Nothing can stop that promise from being fulfilled in your life. No one can stop it. The devil can't stop it. The world can't stop it. Your best friends can't stop it. There's only one person. Есть только один человек, uh, который может остановить uh, исполнение обетований вашей жизни. Угадайте, кто? Вы сами. Yeah, Now, listen, Послушайте. Были времена, когда я чувствовал себя как Наоми. Я чувствовал, что моя жизнь разваливается.

And praying. And by reading the word. And reading the promises. And getting help from strong believers. And they prayed for me. And they stood with me. And God came through for me. And I've never been like that. I've never gone that far down into a pit again.

я говорю это потому что то же самое может произойти с вами И он сделает то же самое с вами но у вас есть выбор вы можете быть верующим сконцентрированным на боли вы можете отождествлять себя полностью с болью это я я постоянно нахожусь в этой жизни, окруженной болью. И здесь существует опасность. Потому что вам может стать удобно жить с этим. И возможно вы захотите с этим продолжать. И я скажу вам, если вы будете так продолжать, вы закончите жизнь, будучи горьким человеком. Вы будете верующим депрессивным. Поэтому в каждой сфере жизни у нас есть выбор. Когда вы идете в обетованиях Бога, Меняется ваше отношение. Вы начинаете думать по-другому. Вы начинаете ходить по-другому. Вы начинаете ходить с высоко поднятой головой. У вас сила в шагах. И улыбка на лице. Новые отношения

Так как вы так вы относитесь к боли, которая была у вас в прошлом. Я научилась. Я сегодня лучший человек. И я прошла. Больше этого нет. Женщина или мужчина веры смотрят на боль, которая в настоящем. У нас в настоящем тоже есть боль. Но человек, который смотрит верой на боль в настоящем, он говорит этой боли и говорит, да, она реальна, но это только часть моей жизни. Это не вся моя жизнь. Это только часть моей жизни. А человек, женщина или мужчина веры смотрят на боль в будущем. И говорят, да, в будущем у меня будут возможные испытания. У меня будут свои трудности. Но у меня также будет много благословений. Аминь. Он смотрит на боль в прошлом. He looks at the pain in the present, and Yeshua has changed it. He looks at his pain in the future, and Yeshua will change that too. Why? Почему? I'm not Потому что я не сфокусирован на боли. Я сфокусирован на обетовании. И обетование дает мне надежду. Оно дало надежду Наоми. И оно даст каждому верующему надежду. И эта надежда производит веру. А вера основана на Божьем слове и на обетованиях Бога. И вера говорит, у меня будет лучшая жизнь. Вера говорит, у меня будет лучшая жизнь. Вера говорит, что негативные вещи в моей жизни изменятся на позитивные. Вера говорит, я пройду через эти проблемы. Я пройду через эти грехи. И Бог даст мне освобождение. И я буду новым человеком. И я буду победоносным. И я буду ходить в радость. И Бог будет совершать чудеса в моей жизни. Таким вы хотите быть? Примите решение, сделайте выбор. Будете хотите быть Наоми номер один или Наоми номер два? Вы знаете конец истории, да? О, Он сделал свою работу, не так ли? Произошли, короли и, uh, произошли цари и сам Искупитель Amen. от этой связи. The uh, родились цари, и родился наш Искупитель. Was rant, и это был ответ. Наоми. Oh, Она uh, от приятной to uh, спустилась к горькой а когда она взяла этого маленького внука на руки как вы думаете что произошло со всей болью она ушла you know what? знаете почему потому что она опять стала наоми она стала сладкой это похоже на бога мы сладкие мы можем стать горькими, но если мы в центре нашей жизни будут обетования, то мы закончим свою жизнь сладкими. Так же как наоми.